полегшити життя бізнесу чи продовжити податковий тиск, в українському парламенті досі не визначилися. Розгляд закону про введення податку на виведений капітал замість податку на прибуток у Верховній Раді знову на паузі. Що це рішення реально дає бізнесу та державі і чому у Міжнародному валютному фонді сьогодні категорично проти введення цього податку в Україні? Розібратися у цих питаннях нам допоможе наш гість Олександр Вишневський, старший співробітник Інституту економіки промисловості Національної академії наук України. Пане Олександре, вітаю вас у нашій студії. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, які основні переваги і можливі недоліки все-таки податку на виведений капітал і що він реально дає бізнесу? Ну, смотрите, конечно же, как и у любого законопроекта, есть свои плюсы, свои минусы. Основные плюсы, на которых настаивает законодатель, часть бизнеса и часть экспертного сообщества, в том, чтобы привлечь инвестиции дополнительные в экономику страны. Это безусловный плюс. Из минусов сразу же отмечается то, что получается у нас кассовый разрыв, дыра в бюджете. Да, потому что как только мы отказываемся от налога на прибыль, возникает очевидный вопрос, чем его закрыть, да, чем компенсировать. Второй положительный момент – это вопрос администрирования. С позиции законодателя администрирование налога на выделенный капитал должно быть значительно более проще и менее затратно с регуляторных позиций для бизнеса, чим нинішній налог на прибиль. Чому супротив такий з боку Міжнародного валютного фонду, з яким ми активно зараз співпрацюємо? Це ж все-таки та дира в бюджеті, яку конечно, немає? Конечно, конечно. Валютний фонд, він підходить чисто з бухгалтерських позицій. Якщо він дає якісь ресурси, він має розуміти, за счет чого їх будуть возвращати. А якщо ми відміняємо один налог, який приносить нам порядка 100 мільярдів гривень, і вводимо новий налог, який неізвісно, скільки буде приносити, да, по різним оцінкам, оцінки дуже сильно колебаются. Ну, понятно, что это будет меньше. Соответственно, возникает вопрос, как это компенсировать. И Международный валютный фонд, он, как консервативная организация, старается минимизировать свои риски. И его позицию тоже можно понять. На вашу думку, саме через це, можливо, МВФ є головною причиною, чому його не ухвалюють і не розглядають навіть у першому читанні? Чи все-таки, можливо, влада також рахує і враховує всі ці ризики? Конечно, я думаю, що тут несколько факторів. Фактор номер перший – це, звісно, вибори. Да? І якщо ми зараз лишаємося частини поступлень в доходную часть бюджета, то возникает вопрос, кто будет компенсировать убытки. Соответственно, если сейчас уже бизнес привык платить налог на прибыль, то на кого переложить? Да, то есть, соответственно, может оказаться, что недовольных будет больше, чем довольных. А результат реальный, который будет, он будет только в будущем, и то если будет. Потому что на самом деле этот налог является достаточно новаторским и в мире мало где применяется. А якщо поговорити про саму цю модель запровадження цього податку, які основні етапи і як взагалі це все працює, якщо ми забираємо податок на прибуток і залишаємо лише на виведений капітал? Ну, посмотрите, тут яка логіка законодателя? О том, що він говорить, давайте ми відкажемося від налогу на прибуль для того, щоб увеличити інвестиції в економіку. Але тут виникає, опять же, який момент. З одної сторони, у нас є внутрішній інвестор, з іншої сторони, у нас є зовнішній інвестор. И вот если по внутреннему инвестору все понятно, да, где это, как это действует, да, мы отказались от одного налога, ввели другой, и это должно теоретически стимулировать, то возникает вопрос для западного инвестора, он-то вкладывается зачем? Для того, чтобы вывести капитал и заработать. Да, то есть по существу мы создаем более плохой инвестиционный климат для внешних иностранных инвестиций, что не есть хорошо. А по поводу процедуры, конечно же, процедура еще не откатана. Почему? Потому что этот налог новый. Очень много замечаний и по законопроекту. Поэтому, мне кажется, сейчас нужно определиться как раз, как говорится, концептуально на макроуровне. Да-да, нет-нет, а вот механика – это уже вопрос второй. Хотя, как говорится, мы все знаем, что черт кроется в деталях, да, в мелочах. Поэтому, собственно, тоже, мне кажется, одна из причин, почему и не вводят. Потому что сейчас, знаете, как это, гладко было на бумаге, забыли про овраги, да, так и тут. На бумаге все хорошо, когда начнут вводить, окажется все равно куча проблем с администрированием. И это тоже не добавит баллы тем, кто этот закон будет продвигать и его подписывать. У нас, зазвичай, так и выходит, что хороший закон, хорошее законодательство, но как же мы его впроваджуємо, тут питання, и чи взагалі впроваджуємо. А если
говорити не про іноземних інвесторів і не про іноземців, які ведуть бізнес в Україні, а про вітчизняних бізнесменів і підприємців. Для них це такий лакомий шматок буде, для них це хороша новина, якщо ведуть. В середньому, да, звісно, в середньому для них це хорошо, але ми теж повинні розуміти, що для среднего для бизнеса хорошо, но, например, как будут компенсировать? Если будут повышены акцизы, то для тех предприятий, которые там в табачном бизнесе, в алкогольном, это может быть и плохо, да, потому что по существу налоги будут переложены на них. Но в среднем для бизнеса, да, и основная часть бизнеса, в общем-то, такую новеллу приветствует. Якщо говорити про прихильників взагалі цього закону і такої моделі оподаткування, то кажуть, що там це буде основні гроші для модернізації взагалі виробництва і на підприємствах. Але тут вже з іншого боку, яким чином контролювати, куди підприємець взагалі діне ці кошти, які він зекономить на податку, так? Тут же ж не можна передбачити. Ну, смотрите, ви совершенно правильно заметили, що гарантії, що будуть вкладати, нет. Ведь мы же понимаем, что налог на прибыль существует почти во всем мире. И он не мешает развиваться ни Соединенным Штатам, ни Германии, ни Японии. Да, то есть, соответственно, считать, что если мы отменяем налог на прибыль, у нас сейчас начнется инвестиционный бум, наверное, это преждевременно. Потому что институциональная среда для инвестирования у нас, ну, мягко говоря, нехорошая. Да? То есть мы понимаем, как работает судебная система, как она защищает права собственности. Поэтому говорить о том, что это будет какой-то там прорыв, если этот закон будет принят, я думаю, преждевременно. Тобто можна сказати, що це ще поки все так на папері і нічого він ніяких гарантій нам не дає. Зрозуміло. Пане Олександре, ви як науковець, скажіть, будь ласка, на вашу думку, для підвищення цього інвестиційного клімату реально в Україні? Чи що варто взагалі робити поетапно, на вашу думку, якщо не говорити конкретно про цей податок? Ну, смотрите, на самом деле я сторонник інституціональної економіки і, по моєму мненню, нужно міняти інститути. А інститути міняються достатньо довго. Поэтому, в общем-то, поки у нас не буде консолидированной позиции наших бизнес и политических элит, рассчитывать на то, что климат поменяется, мне кажется, сложно. Процесс этот может произойти лет через 10-15, когда у наших ведущих олигархов бизнес-империи возникнет потребность в передаче своих бизнесов по наследству. И им уже не будет куда деваться. И тогда у них, конечно же, возникнет вопрос, как создать такую среду законодательную, институциональную, чтобы она гарантировала возможность передачи прав собственности своим наследникам. Пока этого не произойдет, надеяться на то, что у нас будет инвестиционный бум, сложно. Хотя, опять же, мир, он значительно сложнее и интереснее, чем нам кажется. И если будет хорошо развиваться глобальная экономика, то мы тоже от этого получим свои дивиденды, как было до 2008 года. А якщо говорити про повернутися до податку на виведений капітал, він все-таки цікавий, можна сказати так, для крупного бізнесу, для великого бізнесу, для середнього і малого є тут якісь переваги? Он интересный для всего бизнеса, потому что, опять же, с одной стороны, все хотят инвестировать, да, все хотят платить меньше налогов. Просто смотрите, тут какая ситуация. Что значит сокращение налога на прибыль? Это значит, что налог будет платить кто-то другой. А кто-то другой – это кто? Это население. Это мы с вами. Да, то есть это мы с вами. Соответственно, конечно же, бизнес поддерживает такую позицию. И вот тут, знаете, как говорится, что более кому выгодно – это вопрос очень сложный. Почему? Потому что если эти инвестиции будут сделаны, да, там в размере 50-100 миллиардов гривен, это даст определенный экономический рост, то мы все от него в какой-то мере выиграем. Поэтому сказать, что выиграет только бизнес, мы не можем. Но ему, конечно же, это должно нравиться больше всего. Ну и второй момент, который я уже озвучивал сегодня в студии, это вопрос администрирования. Если бы действительно удалось, чтобы новый налог очень легко администрировался и занимал как можно меньше времени бухгалтерии, то это, конечно, снижение транзакционных издержек. Это всегда очень здорово и хорошо, и полезно для бизнеса. А як зробити таку здорову атмосферу, це адміністрування, про яке ми з вами говоримо, і чи можливо взагалі в Україні побудувати таку модель? Це все возможно, этот процес іде, ми ж розуміємо, що процеси цифровізації нікуди не діваються, все-таки те же налогові декларації відправляються електронною почтою, соответственно, процес этот не остановить. Наскільки він буде швидким, це вопрос второй, але говорити о том, що у нас там нічого ніколи не вийде, не вийде, я з цим не согласен, я думаю, що нужно смотреть более позитивно в будущее. Звісно, я з вами абсолютно погоджуюсь. І якщо все-таки поговорити про введення цього податку, зрозуміло, що вигоду отримуємо ми з вами і бізнес в перспективі.
перспективі. Але рано чи пізно все-таки варто починати. Ви думаєте, коли Україна все-таки вже буде готова? Який фундамент, яка база повинна бути в бізнесі, в економіці, в фінансовій складовій, взагалі, щоб вже от було логічно його запровадити? Можливо, розрахуватися з боргами? Смотрите, этот налог, он реально действует только в Эстонии, да? Соответственно, ни в Германии, ни во Франции такого налога нет. И там себя бизнес чувствует очень-очень неплохо. Поэтому говорить о том, что ну, на этом законе сошелся белый свет, да, к нам, наверное, это неправильно. Да? То есть даже те оптимистические прогнозы, которые обещают 1-2% роста ВВП, мы понимаем, что для Украины это очень мало. Да? Это мы с такими темпами, там, 91-й год будем еще 20 лет догонять. Поэтому мне кажется, что нужно как раз просто сфокусировать внимание на других вопросах. А якщо все-таки говорити про те, що от цей податок на прибуток, ой, на виведений капітал, він серед парламентарів і у Верховній Раді викликає такого ажіотажу. Всі, коли ми починаємо спілкуватися, там, наприклад, от що вдалося, що не вдалося в 18-му році, на чому сфокусуватися у 19-му, вони всі кричать вперше про цей податок. Це такі якісь популістичні настрої, для чого вони це роблять? І от ну, саме пам'ятайте, а перших інформаційне пространство треба чим-то займати. Дійсно, достатньо сили і експертного сообщества, общества и медийного пространства были пущены на то, чтобы этот вопрос обсуждался. Да, к тому же, конечно же, это, если бы его приняли бы сразу, когда подавали, и успели бы получить какие-то первые результаты, это можно было бы предъявить как определенный позитивный момент в экономике перед выборами. Сейчас уже, ну, скорее всего, это сделать невозможно, уже, как сказать, не успеют. Да, поэтому и возникает вопрос, что с одной стороны, как бы подали, да, с другой стороны, уже принимать его нецелесообразно, скорее всего, нужно подождать парламентских выборов. Когда уже придет новая команда, либо там обновленная, и будет выстраивать свою новую экономическую политику. И там найдется место этому законопроекту или нет, это еще большой вопрос. И вот тут главная проблема в том, у его запроваджении, аби знайти компенсаторы эти все-таки, вот чем компенсировать? Конечно, потому что, ну, представьте, по максимальным, ну, как говорится, средние оценки это там 38-45 миллиардов, есть консервативные, что это потеря чуть ли там не до 100 миллиардов за первые два года. Это большая сумма, и, конечно же, возникает вопрос, кто ее покроет. Сьогодні ви вважаєте, як от співробітник академії, взагалі, які основні проблеми ви виділяєте, такі от червоні лампи якісь, які нам потрібно, від яких позбавлятися? Ми вже про суд говорили, так, про судову нашу систему, недолугу досить. Що ви ще виділили? Ну, ви знаєте, звісно, якщо посмотреть з точки зрения структури економіки, вона дуже слабенька. Да, то есть мы малая, открытая, сырьевая экономика. Соответственно, мы полностью зависим от глобальных трендов. И если завтра начнется очередной глобальный кризис, нам будет очень-очень сложно. И, соответственно, эту модель необходимо менять. Да, то есть если она не будет изменена, то, в общем-то, рассчитывать на активное развитие не приходится. Мы вот так вот и будем в лучшем случае по 3-4% потихоньку восстанавливаться. А когда будет кризис, сильно падать. Потому что все развивающиеся страны вот с слабыми институтами, как мы, они даже если достаточно быстро растут, в кризисе они очень сильно падают. Это, как говорится, научно доказанный факт. І наостанок, щоб ми вже підсумували, коротко, тезисно, все-таки ви прихильник от податку на виведений капітал, чи все-таки Україна не готова ще до нього? Я вважаю, є свої плюси і мінуси. Ну, в цілому, мабуть, плюсы немножко перевешивают минусы, потому что логика, в общем-то, правильная, то, что нужно аккумулировать средства для инвестиций в развитие. А вот риски, как это сработает, они, конечно же, тоже есть и очень большие. И покажет час все это. Дуже дякую, пане Олександре, за змістовну розмову. Про полегшення життя українському бізнесу ми говорили з нашим гостем, старшим співробітником Інституту економіки промисловості Національної академії наук України Олександром Вишневським. Далі ще більше цікавої та актуальної інформації для вас та вашого бізнесу. Залишайтеся на восьмому.